Всем привет, друзья! Вы на канале Сличенко в Америке. И сегодня мы будем открывать другую часть палета, которого мы купили за $500. Так, я хочу начать с этой коробочки, где сидит наш рыжик. Писька. Рыжусик, пошли. Так, я ее возьму, подниму. Она тяжелая. Так, посылка очень тяжелая и не маленькая. Так, мебель какая-то. Я уже вижу белая. Так. Так, кто-то ее открывал, и вот кусочек поломан. Этот кусочек будет идти как бы, может быть, полочка такая вставляться или что. Вот так. Но нету, вот какая-то дверка есть. Так, нужно найти книжечку, чтобы увидеть, что это, да? Это просто возврат. Вот. Треснутые. Ну, короче, так себе. Кто-то ее собирал. Угу. Потому что вот уже собрано. И или поломалась. Или она была поломанная. Угу. И решил назад ее сдать. Или кто ее знает. Ну, давай найдем листик. Тумбочку мы ту отставили, на нее нету инструкции, мы посмотрели, все, и там ничего нету, никакого листика. Ее кто-то купил, собрал, поломал, или она была поломана. Короче, мы ее записывать не будем, сколько она стоит. Она стоит $100 или 80 в Walmart, да. То мы ее не будем считать. Тяжелая, да? Не, нормальная, я возьму. И открываем следующую коробку. Фотография будет под видео, увидит, вернее, той тумбочки белой, какая она должна быть. Мы ее нашли на интернете. Так, здесь тоже что-то, наверное, будет с мебели. Да, что-то. Ой, сколько коробок. Коробочек много. Да, открыто. Сюда не все остальное. Так, это будет какая-то полочка, наверное, тоже. Вот такая коричневая доска. Ну, это видно, что новое. Видите, никто ее не собирал. Та коробка вообще запечатанная. Так. Что-то такое широкое. Сейчас мы проверим, что это. Инструкция. Если где-то там нет. Да, книжечка. Задом. А, вот такая полочка. На три. Угу. Можно все подряд, что хочешь. Такая деревянная. Ну, большая, широкая, вот такая. Тумбочка у нас, сколько ген стоит? Ходи, вот и говорю, сколько это коричневая? Я забыла. 142 или 143, да? Где-то так. Мы ее соберем, друзья, и обязательно покажем. Сейчас у нас нет времени все это собирать, потому что вы знаете, чтобы собрать мебель, это не 5 минут. Это занимает время. И
чтобы так открыть вот столько посылок и их собрать, это нужно целый день. Мы и на работе. Так, это легкая посылочка, открывать тоже так вверх, да? Сейчас мы вот так разрежем ящик. Что-то запечатанное. Вот даже здесь никто не распечатывал, наверное. Так, и... Это зеркало. Зеркало, зеркало, зеркало. Такое большое. Все целое, все новое. Здесь, видимо, бамбук. Так как-то полочка была. И вот оно. Его вешать на стену, цеплять. Так. Да. Вот оно на фотографии как идет. Да. Ну. Шлейки, да. Смешные. Интересное такое, да? Это идет как наборчик до той полочки, которая была в прошлом полете. Да, цену сейчас посмотрим. Так, цена у нас на него на eBay $73. На это зеркало. Там магазина, что нету? Оп, только показывает. Один, то этот и был. Все, дальше. Это как? Это какая по счету уже? Четвертая. Четвертая. Это елочка. Но у нас такой еще не было. Вот такая интересная. Просто зеленая. Да. Я думаю, такая. Чиповая. Я не думаю. О, нет, видишь, вот эти штучки будут светиться. Ага. Да? Так что класс. И подставочка под нее есть. Вот ставить. Будем включать или? Да. Давай попробуем. А как она разбирается? Распушить. Надо вот так просто берешь руками и вот так делаешь каждую штучку. Да. Ну, сначала давай попробуем, работает ли она. Окей. Чтобы нам знать, распушить ее или нет. Давай. Вот, друзья, какая елочка. Она меняет цвет. Это мы ее распушили так, чуть-чуть только. Она не колючая, но... Я ближе подойду. Да, красиво. Я ей себе в комнату заберу. Нашу. На Рождество. Так, уже Муруля приглядывается. Это ихняя уже все. Да-да-да, уже купил. Значит, назад ящики и все. Угу. Ты... Лёвенька, но большая. Так, где вот? Я думаю, вот здесь открывать. А, елочка стоит 53? 56. $56, друзья. Она новенькая, хорошенькая, классная. Так. Ну иди с этой стороны. Покажи. Наверное, какой-то скрипчик или что? А, давай я от, вот так разведу. Я уже. Вот так, вот так. Давай. Вот
полочка такая. Держи, чтобы не выпала. Ага. Это ванную хочешь? Понял? Поверни сюда. Можно ванную, да, куда хочешь. Новенькая она? Да. Но еще должно быть вот здесь штучка. А ну, пошастай там. Ничего. А может она здесь? А вот она здесь, Наташа. Ящики? Да, она просто... А там есть какие-то еще? Она закручена в другую сторону. Болтики есть. Но не нужно достать. Странно. И такой маленький. Сделано такой, это, наверное, такой стиль, как будто ее кто-то ножом резал. Или так оно сделано? Наверное, вот чисто под старину. Что там? А это, наверное, ее прикручивать, чтобы она не упала. Всякая всячина. Ну, вот такой. Тумбочка. Да, стильная и тумбочка. Маленький. Главное, чтобы она будет стильная, когда комната будет пустая, только тумбочка будет стоять. Значит. И кровать, и а все вот это. Штучка? Там, в середине. Она в середину закручена. А ну, а чтоб ящик, чтобы не поломалась. Они так делают. Да, такой. Ну все, короче. Желтенькая такая, мы перекрутим. Друзья, та черная маленькая тумбочка или столик, оно сделано из дерева акации. Это дерево очень твердое, и оно стоит $200, вы представляете? И она, такой стиль пишется, что для фермерских домов, как раз для нашего дома фермерского. Но чтобы такая маленькая, они есть на интернете, черные, белые и коричневые. Ну, $200 это... За такую маленькую, то я думаю, много. Так, следующая посылка. По счету уже не знаю, какая. Уже сбилась счета. Маленькая, маленькая. Вау, красота, красота, красота. Я такие смотрела в магазине LD на Рождество. И они были $25. Не поломанная? Нет, смотри, это запасные гирляндочки. И она. Там-та-ран-та-там-там. Работаю? Да. Это тоже оставим себе. А звездочка нет. А звездочки нету. Сейчас есть. Ой-ой-ой. Есть красотулька. О, смотри. Та-ра-ран. Да. Я довольна. Мне нравится. Очень красивенькие. В Алди я их видела. Угу. Это на Рождество украшать дом. Вам девочка такая подойдет. Друзья, елочка это на интернет $53. Представляете, мне кажется, за что $53, да? Ну, так стоит. А по скидке 44. Так что отключаем. Отправляем. Гулька занят своим делом. Он тоже выбирает посылки. Так, следующий. Не тяжелая такая, нормальная. Да, она должна открыться по бокам, так открывай, и она должна открыться. И здесь тоже. Так, тоже новое, смотрите, сразу видно, вот та белая тумбочка, там была что это? Парта или что?
Какой-то столик такой, Ген. Ну там есть дальше. Это уже как собирать. Ну, подожди, вот. Что тут пишется? Светленькая. Просто такая вот. Какая-то полочка, тумбочка, смотри. Новая, хорошенькая. Угу. Ну это броню. Да. Это тоже броню. Это гном занял. Все, то его посылка. Ну все. Ген, это столик для компьютера. Это вот здесь сидишь, а туда, там здесь компьютер, а сюда, наверное, может быть клавиши или что. Соберем и увидим. Окей. Светленький, хороший. Ага. Да? Тот столик, друзья, стоит $89 для компьютера. Он, там можно делать их два, потом маленький такой. Ну, мы соберем и покажем. И вот следующая наша серая, пушистая посылка, которая не запечатана. Просто так вот там подарили, привезли. Вот такой ширины, вот такой высоты или длины. Новик. Так. Ну, бери ту. Какую? Вот эту? А я думала, она длинная, туда на низ. Так. И на каждой посылке я вижу, есть адрес тех людей, которые покупают. Это не тяжелая. Так. Ну, показывай. Какая-то духовочка, печка. Или грелка, или что. Кость это фирма. Так, нужно достать. Ну, давай, поставим. Угу. Это. Притюрница. Да-да-да. У нас одна есть, но у нас есть свой, без как бы воздушная. Да лучше, чем там. Да, это снова. Без растительного масла, знаешь, как бы ты приготовишь, дальше тоже такое. А это вот такое, большая, но тоже новая, смотрите. Броня. И на две таких корзиночки она идет. Одну корзиночку это... пирожки, а в другую жарить картошечку. Картошку. Да. Все можно жарить. Как оно там идет? Эти ручечки, не знаю. Ну, наверное. Или так. Может внутрь, да? Наверное, внутрь. Не. Может быть. Да, не важно, время все забираем. Вот такая она. Она вот будет делаться. Как-то крутится. На этих штучках будет держаться. Так, все, разобрались, друзья. Вот новенькая такая она. Вот, если что-то. Большой, здесь и курицу можно, куриное мясо, и маленькие вот такие. Новенькое, чистенькое все. Бронюшенька. А работает? Может проверить? Да, нужно. Давай сейчас проверим. Ага. Так. Работает, да? Светится? Это часы. Все работает, светится. Угу. Угу. Все. Пошли. $120 она, мы проверили, работает целая новая. $120 в магазине Walmart. Хлопцы мои хорошие, дайте я возьму. А, это новенькая. Хорошо, лежите. Лежите пока. Вновь их забил себе уже ту посылку. Все. Какой-то снеговик, да? Я вижу по этих дротиках всяких. Новый чрезвычайно. Ну, сейчас посмотрим, не знаю. А у нас не было такого? Был уже. Был? Да, похоже. В прошлый раз, да? Да. Это нужно. Такой снеговичок будет. Угу.
Что-то не получилось. Распаковщика. Мы переживаем, думаем, кому распаковывать, распечатывать. Муруля, во! Ай-яй-яй. Вы работник. Хозяйский котяра у нас. Был не упал. Это кривулька наша, кривой, друзья, которому хотели отрезать лапку докторам. Так, что? Все, моя пачка. Отдохну немножко. Он проверил через дырочку, сказал мою. Вот такой снеговичок получился у нас. Но светится только вот спереди, а здесь гирлянды нету. Так. Это тоже снеговик вот такой, просто пушистый серый. $89 этот снеговичок. Мы оставляем все рождественское такое, мы оставляем себе, друзья, потому что мы тоже украшаем дом. Давид у нас украшает. Так что это будет нам. Друзья, следующая посылка, я не могу с тобой дом. Многих мы тебя уже распечатали. А я думаю, что это уже, друзья, пользованная какая-то посылочка. Потому что, смотрите, она уже кто-то запечатал сам. Ну, как бы открывал. Ну, ничего, посмотрим, что здесь у нас есть. О, это, не знаю, или у машины сидушка, или кресло. Видишь? Класс. Пока класс, да? Вау, какой большой. Не, ну так класс. Это офисное кресло. А, точно. Понял? Да. Да, в офис. Ну, в офис куда там. Ага, у него. Классненько. Так, одеж. Может, оно... покупала на день рождения. Одеж в колесики. Колесиков-то нету. Вот эта штучка прикручивать. Что там есть? А колесиков нету, будет без колесиков. А может быть, знаете, где колесики? Где? Может быть, где-то сюда вкручивать. Вот. Так бывает. Вот такое кресло. Эти штучки есть. Ну, давай проверим сейчас. Так, может быть, здесь будет. Друзья, сейчас есть потайной карманчик. Супер, есть. Да ты что, вау! Супер. Да, смотри! Все ну, есть, ну, слава богу, вау! Да, думал, что все, да, облом, почему, знаешь, был бы. Да, почему я так подумала, потому что когда покупаешь диваны и ножки на диван, они идут так, тоже снизу самого дивана, самой сидушки, и там... А, это ручки на боки, ага, вот сюда. Ага. Все есть. Короче, все новое, никто не распечатывал, видишь? А я говорю, посылка как бы открытая. Тут... А это все эти, ну, фрейм сам, ага. С чего делать. Все. Ну, такое слово. Кресло, вернее. Это офисное, да? Да. Сейчас посмотрим, сколько оно будет стоить. И новенькое. Это спинка такая. Угу. Шикарная, как да, в иномарке. Так, кресло, друзья, $239. Очень дорогое, не знаю даже почему. Так, мы его не собираем, потому что там есть работы возле него. Мы уже спешим. Так, следующая у нас коробочка. Немножко тяжелая. И что-то здесь будет. Я вам как она открывается. Вытягивается, наверное, да? Все по скотчу режь так, давай. Назад перевернешь потом. Ага. Так, здесь тоже что-то деревянное, что-то ножки. Какой-то или столик, или что. Да, полочка такая, смотри. Но, видимо, большая она. Это с мягким, то есть ага. Можно садиться на нее. Классная. Угу. О, это может быть возле дивана можно ставить.
Это полочка для обуви. Обувная такая лавочка. Сразу садишься и уступаешь, обуваешь, одеваешь обувь. Вот рыжий, там разбирается все. Там себе ящик есть. Ну, это хорошенькая и не маленькая, видишь? А ну проверяй, пожалуйста, made in Malaysia. Малайзия. Угу. Рыжик, я была не напала. Да, хорошенькая. А эти решеточки, полочки, это будет... Кормочки сюда. Да. Угу. А оно с дерева. Полочка эта обувная $109. По скидке $90. Так что хорошенькая. Мурульки. Мулечка, пошли, ты уже знаешь, что здесь такое. Все разорвал. Так бедненький доставал, но не смог. Так, что-то. Не знаю. Что это такое у нас? Спортзал. Это... Да, смотри. Да, качалка какая классная. Качаться. Уже одна в гараже стоит. Ой, блин, качки. А с магазина Мэйсис, видишь? Дорогие. $72. Вот сразу запишется, да? Да. Ну вот. Все, классно. Не надо шукать ничего. Ордер, все. Угу. Это чтобы спину массаж делала, да, или что? Но тоже новая, смотри, классная. Да, новая. Что, будешь смотрим, сможем собирать? Будешь? Наживили мы немножечко вот этот такой тренажер. Агрегат. Агрегат, да. Заниматься как это массаж для спины или как это? Не знаем. Ну вот так. $72. Все. Я думаю, что эти ручки надо... Эти ручки должны быть, наверное, сюда эти, не? Ну, смотри. В середину? Угу. А, да, правильно. Ну, окей, все. Угу. Предпоследняя. Да, еще одна большущая. Все, ту гном не отдает, да, и все. Все, сказал это. Заказал его. Заказал. Занял. Ну, это уже это немножко тяжеленькая такая, ну. О, так. Так, какая-то шутка. Понял? Котам? Да. Для котов? Да, я сразу я так думаю. Это какое-то. Не, ну так куда так? То, что шуба какая-то там. Конечно! Для них. Вот это да. Вот это подарок. Гномик не дарма. Ты там. Тащи. Ух ты! Смотри. Вот это игрулечка будет. Вау. Это самая лучшая посылка. Это будет такая... Это шапка такая, на ночь надевать. Лежать там будет они. Это как ты, они... когда спать ложишься, ты же мерзнешь. На голову, да? Ну да, шапка. Вот смотри, какое будет дерево для котика. Это башня. Да, так что вот эта корзинка будет башня здесь лежать. Башня для котов. Это будет драки здесь, вот, это домик. Запрыгивать сюда, вот лестничка, все такое. Так, сегодня ты его должен сложить. Гномик попросил. Гномик просто приказал. Так что я думаю, что-то они там всегда лазили. Да, и смотри, скуглились. Как это для когтики будут свои точить. Это будет вот. Это сюда. Шапку, наверное, надо будет надевать там, не? Не, шапка вот просто будет висеть. Это как будет корзиночка такая. Там будет мурулька. Да. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. Ну, это 100 пудов остается. Так, стоит это дерево для котиков $103. Со скидкой $86. Да, и еще нам осталась одна посылка. Последняя. Может, ее Наташа тут на земле и расставить. Что ее тянуть сюда? Да, давай, большая такая. Бери, да, ножик, да, вперед. Угу. Давай, так и... Она тяжелая, но легкая. Что же это такое? Может, какой диван?
Return. Возврат. Це возврат. Что-то тут є лампочки какие-то. Что это такое? Трак. Беговая батарейка. Це машина. Це джип. Вау, вау. Це джип, новенький джип. Да, смотри, какой большой. Да ты что? И на батарейках он же сам ездит. Потому что там LED, да, вот, вот это светится все. Да ты что? Вот это да. Вот это да. Нужно, я думаю, разрезать еще, да? Так. И посмотреть, новая ли она. Ну, доставай все. Я не думаю, что доставать. Ну? Зачем я? А, нужно все. Ну, что, собирать же ей да, надо. Все равно, да. Ну, часть там какую-то можешь достать. Она... Я думаю, новая. Вот смотри, даже пленка здесь есть, видишь? Угу. Которая вот... Вау, передачи тут, старт. Вот даже... Номер, да. Регистрация, Калифорния. Калифорния. Так, это фары такие. Вау, бампер, бампер. А, бампер, да. О, ты соберешь, ты же у нас мастер по машинам. Так, а это будет сидушка, наверное, да? Да. Хоть кожаная, не? Нет, такая пластиковая. И вот всякие здесь залезячки. Руль есть. Ну, хотя бы руля поставлю. Не-не-не, я сам поставлю. Не, я не буду прикручивать, хоть хотя. Не-не-не-не, не ставлю. Вот не так, ставляй. Не надо. Классный. Вот это да. Я думаю, она стоит, эту машину, денежку. Здесь. Вот сюда идет сидушка, да? И там уже все собирается. А колеса? Может быть, колес? Так она уже с колесами стоит. Не? Але не? Не. Может быть, снизу. Ну, давай я достану все. Или ты будешь что доставать. Что-то посмотреть нужно. Есть ли колеса, да? Может, без колес. Сапожник без сапог. Да. Так. А это открывается капот или нет? Угу. Подожди, подожди, я разрежу. Так не пошкрабай капота. Угу. Ой, какой мотор большой. Колес нет. Колес нету, друзья. Угу. Тебе на. Вот почему ее и вернули. Угу. Так, друзья, машина без колес у нас получилась. Нету колес. И она стоит, новая она стоит, с колесами, конечно, $478. По скидке 319. Но мы попробуем найти, Давид попробует, конечно, тапочки мои покажи. Марикины, Марикины. Мы попробуем найти эти колеса. Может быть, где-то на интернет они, ну, покупаются. Может, отдельно на этом заводе, там где-то можно купить. Ну да. Ну, классная очень машинка. Ну ничего, что ж поделать. Не будем расстраиваться. Сколько я говорила, она со скидкой? Да, $300. Ну, колес... Я пишу со скидкой 319. Да? Колес нету, значит, да. не считается. Можно и так, точно. Угу. Не считаем. Не входит в сумму. Друзья, подсчитала я другую часть палета. 1284. Не считая машины. Не считая машины и не считая белой тумбочки. Та тумбочка тоже, потому что там что-то было поломано. Она поломанная, да? Сама. А первая часть у нас была 1339. Вторая часть $1284. И палет купили за $500. Да, все. Ну, а представь, вот если бы еще машинка была, да, целая, если, да, круто. Если бы машинка, да, то это $300, плюс $300. Было бы за одну штучку, ой, за другую часть было бы 1500, а так 1284, ну, даже 1600 было бы. Все, ничего не все, друзья, мы соберем все это барахло, да, будете еще поставим, видеть, вы увидите, как оно выглядит.
Что поломанное, мы все скажем, покажем. Угу. Уже показали, что поломанное. Ну, да. И деревце обязательно покажем. Всем, друзья, вам спасибо за просмотр и всем пока-пока.